Всем привет, с вами снова Леонид, и сегодня у нас на обзоре электротриммер от компании Philips, производителем которого является Индонезия. Имея ультрасовременный дизайн, модель сочетает в себе два цвета, основной это черный и как дополнение его металлик. Благодаря эргономичной форме триммера в руке держать его весьма комфортно. Блок управления оснащен двумя кнопочками включения-выключения и турборежимом. Последний предназначен для увеличения скорости стрижки. Чуть выше блока управления расположено колесико, вращая в сторону которой, ориентируясь на шкалу, вы сможете установить нужный миллиметраж от 1 до 23 мм. Помимо основной насадки гребня, в комплект также входит насадка по уходу за бородой. Снимается и одевается насадочка достаточно легко. Максимальный срез волос без насадки 0,5 мм. Ножевой блок снимается нажатием кнопочки, которая расположена под ножами. К плюсам триммера хочу отнести наличие титановых лезвий, которые в разы прочнее стали. Кроме того, лезвие самозатачивается, тем самым обеспечивая долгий срок службы. Чистить ножи можно, поместив под струю проточной воды, или же просто использовать щеточку, которая входит в комплект с нашим девайсом. Чистить нужно обязательно, от этого напрямую зависит срок службы нашего прибора. Если вы будете ухаживать за машинкой и бережно к ней относиться, она сможет не один год радовать вас не только стайлингом бороды, но и прическами. Работает наш триммер не только от сети, но и автономно. Для полного заряда аккумулятора ему понадобится всего лишь 1 час, после чего он сможет радовать вас в течение 90 минут. Но даже если в самый ответственный момент он разрядится, включив в розетку блок питания, который входит в комплект, вы сможете сразу продолжить начатое дело, не дождавшись зарядки. И как по мне, это очень радует. Длина шнура вышеупомянутого блока питания чуть более 2 метров. Комплектуется наш прибор с вышеупомянутыми аксессуарами вот такой вот замечательной пластиковой коробки. С вами, как всегда, был Леонид. Не забываем подписываться на канал, обязательно ставим лайки, пишем комменты. Всем пока-пока.